для тех, кто сидит в социальных сетях. Сети ловят нас, как форель, и работа – лишь просто предлог для контакта. Поиск секса, забытых друзей, скрытых кладов и артефактов. Незаметно мелькают часы, и реальность скрывается где-то за чатом. Убегаем от черной шальной полосы в мир значений, скриптов, человеком зачатый и рожденной машиной. Это просто обман. Это формула чувств, воплощенная матрица. Ты зависим от роликов. Ты наркоман. Программируешь жизнь по тобой же придуманным статусам. Я не ванильный поэт, несущий стихи, как бизнес-идеи, кончающий словом модно. Ты несерьезный проект. Свободно ты лезешь на крышу своих перезрелых надежд и амбиций. Кричишь, что мне надо стремиться. Летать ведь не просто уже давно, когда ты не мое кино с нецветным макияжем и внушительным стажем богемных попоек и двоек за поведение. Терпение потерялось между словами «нельзя» и «быть может». Я на клочки откровений размножен, город от душных романов скукожен. Здесь среди них наблюдаю закат чьих-то мыслей и потребление потных коммерческих фраз. Племя животных порвет свою жизнь за минутный экстаз. Ходят и спят, слепо верят афишам. Главное – бренд, остальное не слышим. Просто проигран со временем раунд. Модно проникло уже в андеграунд. Я не ванильный поэт, а ты так боишься быть серой мышью. Когда ветер кумиров сорвет с афиши, мы будем стоять на высокой крыше и лить на прохожих свет. Сейчас Марина прочитает третье стихотворение, последнее, ну, в этом блоке. И мы должны будем выбрать, какое мы будем для дубля. И как стать знаменитым поэтом? 100 рублей возьму с собой. Я куплю читателей. Чтоб сегодня стать звездой, дар не обязателен. Тоже надо, как по все деньги класть умело, чтоб на первой полосе красоваться смело, чтоб питалось ЧСВ сладостью комментов, чтобы с пулей в голове были конкуренты. 2 зарплаты нужно мне, я куплю издателей. Чтоб сегодня быть в цене, цены знать желательно, чтоб кипел концертный зал воплями фанатов, чтоб народ тебя желал, надо 2 зарплаты. Да и то играет роль громкость презентации. Здесь еще добавим 0, но зато овации. Ну а чтобы на 100 лет все тебя запомнили, тут уж надо умереть смертью изощренную, чтобы критик с бородой слезы лил безмерно. Улыбайся, наш герой, ты уже бессмертный. Вот и все, готов рецепт и верны расчеты. Денег нет, ты не адепт. Все, иди работай.